Коллеги, всем добрый день. На часах 16 часов, а значит, нам пора начинать. Напишите, пожалуйста, хорошо ли нас видно и слышно. Добрый день, коллеги. Мы видим, что связь хорошая, поэтому мы начинаем. Итак, мы начинаем цикл наших вебинаров и начнем с обсуждения решения Кронус Сайбот. Спасибо всем, кто сегодня присоединился к нашему онлайн-мероприятию. Меня зовут Валерия Суворова, я представляю Центр информационной безопасности инфосистемы JET, и со мной вебинар будет проводить Алексей Орехов, генеральный директор компании CyberTech Lab, официальный представитель Кронус в России. Алексей, несколько слов о себе. Добрый день всем. Меня зовут Алексей Орехов, я действительно являюсь представителем компании Кронус в России. Сам я родом из безопасности, уже больше 15 лет занимаюсь различными ее аспектами. Много поработал и на стороне заказчика, а сейчас вот мы продвигаем этот продукт на российском рынке. Спасибо за возможность рассказать о нашем продукте такой широкой аудитории. И сразу хотим сказать, что сегодняшнее мероприятие мы будем вести в формате диалога. И для начала мы покажем презентацию и расскажем о том, что за решение Кронус Сайбот, о его функциональных возможностях, о его основных ценностях, которые он может вам принести. А затем Алексей покажет интерфейс системы, проведет демонстрацию продукта. И проведет демонстрацию продукта, и после этого мы ответим на ваши вопросы. Пожалуйста, пишите все ваши вопросы в раздел «Вопросы». Пожалуйста, не пишите их в чат, иначе они могут быть упущены. Ну что ж, давайте для начала напомню вам, чему посвящен цикл наших мероприятий. Это серия онлайн-вебинаров, посвященных автоматизированному анализу защищенности. Мы решили рассмотреть различные подходы к автоматизации анализа защищенности и рассмотрим разные подходы и, соответственно, три разных продукта. Начнем с рассмотрения Кронус Сайбот. Ровно через неделю, 29 октября, поговорим про решение класса BAS Simulate, а 12 ноября рассмотрим решение Pintera от компании CISIS. И давайте немного поговорим о подходе, который лежит в основе решения Кронус Сайбот. Мы назвали эту презентацию «Аналитическое тестирование защищенности». Что это значит? Кронус выполняет анализ защищенности без фактической реализации каких-либо атак в реальной инфраструктуре. То есть все выводы выполняются аналитически, алгоритмически, на основе алгоритмов, которые заложены в системе. Подробнее об этом мы расскажем. Алексей, а в чем преимущество использования такого подхода? Почему вендор решил его использовать? Ну, мы прогнозируем наше решение как решение, которое не наносит никакого ущерба инфраструктуре заказчика и может работать фактически 24/7. То есть не нужно запускать Кронус только в какие-то специфические часы, пониженные нагрузки или что-то еще. И, собственно говоря, для того, чтобы проводить наши исследования инфраструктуры заказчика и находить различные уязвимости, сценарии атак, то, о чем я расскажу позже, мы как раз выбираем такой аналитический режим. То есть режим, когда мы не эксплуатируем уязвимости, мы их определяем, у нас есть собственные механизмы определения уязвимостей, вероятности их срабатывания, то есть эксплуатируемость, и после этого уже строим свою аналитику и даем это уже пользователю в виде отчетов. Спасибо. Теперь предлагаю перейти к рассмотрению ключевых особенностей и возможностей решения Кронус Сайбот. Во-первых, это непрерывное сканирование. Система использует сканер для поиска уязвимостей в инфраструктуре, приложениях и веб-приложений компании. Кроме того, позволяет строить и анализировать вектора атак без их эксплуатации. Как сказал Алексей ранее,
Поскольку в основе лежит подход аналитического тестирования защищенности, риски нарушения каких-то критичных сервисов полностью отсутствуют. Кроме того, Сайбот работает без агентов. Решение поставляется в виде виртуальной машины под VMware или Hyper-V, и для его запуска достаточно поместить Сайбот в корпоративную сеть, ввести сканируемые, анализируемые диапазоны IP-адресов, а также учетные данные администраторов ресурсов. И вот здесь мы хотим сделать акцент. Сайбот работает только в режиме white box и для работы требует указания учетных данных. Алексей, зачем это нужно? Почему white box? Ну, как я сказал уже раньше, мы не хотим нарушать целостность и работоспособность инфраструктуры заказчика, поэтому мы фактически работаем в виде легитимного пользователя. Это позволяет нам, первое, снизить уровень срабатывания различных систем определения вторжения и схожих с ними. И второе, ввиду того, что мы легитимно подключаемся ко всем машинам, мы не создаем какой-то дополнительной нагрузки на сами машины. Мы не устраиваем там мегасканирование портов или там попытки подбора паролей или что-то еще, и уж, как я говорил ранее, каких-то эксплуатаций и уязвимостей. Это такой, получается, лайт-режим во всем, но максимально информативный. Угу. Следующая особенность – это возможность графического отображения найденных векторов атак. На основе результатов сканирования Кронос получает информацию об уязвимостях. А поскольку работает в режиме white box, ему известна информация о сетевой связанности, что позволяет построить вектора атак и наглядно на карте сети их отобразить. Еще одна интересная особенность – это возможность анализа бизнес-рисков организации. На основе найденных уязвимостей, векторов атак, Сайбот может сделать вывод о том, какие наиболее критичные активы находятся под риском, и оценить бизнес-риск, и оценивать его во времени. Алексей, каким образом Сайбот определяет, какие активы являются наиболее критичными, а какие являются наименее критичными для конкретной организации? Тут, смотрите, тут есть два основных режима определения как раз критичности узлов. Первый – это автоматизированный, когда Кронос в режиме своего сканирования определяет роль машины по дополнительным параметрам. Тип операционной системы, установленные по, например, SQL сервер или SharePoint или что-то еще, или это отдельная рабочая станция. И исходя из того, что Кронос понял, он делает предположение относительно важности там, того или иного сервера в инфраструктуре. Ну и второй режим, когда мы можем вручную определить важность той или иной сетевой сущности, машины или сервера, мы можем определить и важность этого узла, и тип информации, который на нем расположен. Собственно говоря, Кронос дальше в рамках построения своей аналитики уже будет эту информацию учитывать. Как раз на демонстрации мы покажем, как это можно сделать. И еще одна последняя по очереди, но не последняя по значимости особенность – это приоритизация уязвимостей. На основе данных о том, какие активы наиболее критичны, какие возможны вектора атак, Кронос Сайбот позволяет выполнять автоматизированную приоритизацию найденных уязвимостей, что позволяет нам акцентировать свое внимание только на тех уязвимостях, которые действительно опасны и приводят к компрометации каких-то наиболее ценных и важных активов. А теперь предлагаю рассмотреть место решения Кронос Сайбот в, так сказать, экосистеме информационной безопасности организации. Ну, еще раз хотелось бы напомнить, что решение требует на вход, что оно делает. Итак, на вход необходимо подать сканируемые диапазоны IP-адреса, веб-ресурсы, а также учетные данные администраторов. А сегодня в интерфейсе мы также покажем, где это все задается. И Сайбот выполняет сканирование как веб-ресурсов, так и рабочих станций, серверов под управлением различных операционных систем, сканирует сетевое оборудование. При этом базы данных уязвимостей клиент постоянно пополняет, добавляет новые возможные вектора атак, новые уязвимости. Но обновляться Сайбот может не только из интернета, но и
даже находясь где-то изолированно в инфраструктуре. Кстати, Алексей, по вашему опыту, как вы советуете устанавливать и разворачивать Cybot? Все-таки с доступом к интернету или изолированно? Ну, мне больше нравится режим полной изоляции, и мы его рекомендуем как предпочтительный. Почему? Просто для того, чтобы исключить любые риски и так далее. Дело в том, что, как мы уже сказали раньше, мы просим предоставить учетные записи для подключения к машинам для Кронуса. И для того, чтобы Кронус не стал единой точкой компрометации, оптимальнее всего его разместить в самом защищенном сегменте сети и дальше дать Кронусу доступ уже до сканируемой инфраструктуры. Односторонний, там, двусторонний доступ не требуется. Это, на наш взгляд, наиболее оптимальный вариант. Более того, он, как показала практика, и наиболее подходящий для многих заказчиков, которые строят там реально защищенную инфраструктуру, изолированную. Ну и в этом случае обновлять систему можно, приносить обновления, например, на флешке. Да. Дальше мы бы хотели сказать, как гармонично Cybot может быть интегрирован в существующий ландшафт информационной безопасности компании. В частности, предусмотрена возможность интеграции с CEM-системами, и результаты работы Cybot могут быть использованы в системах типа SGRC. Алексей, каким образом происходит интеграция? Основной способ интеграции, который предусмотрен Кронусом, это интеграция по протоколу Syslog, когда мы делаем дополнительные настройки в Кронусе и направляем информацию о текущих сканированиях, обнаруженных уязвимостях, сценариях атак на получателя. Это может быть CCM, это может быть SGRC, это может быть и обычный Syslog сервер просто там для какой-то собственной внутренней аналитики. Для тех, кто хочет более глубокой и широкой интеграции, существуют специальные REST API, которые позволяют уже и ставить задания на сканирование, и получать чуть-чуть даже побольше информации о текущем статусе сканирования, прогрессии, ну, плюс там дополнительные не очень значительные параметры. Поэтому интеграция может быть сделана фактически такими двумя основными способами. Да, спасибо. Ну и давайте посмотрим, какие результаты дает нам Cybot. Во-первых, результаты работы, конечно же, важны и необходимы департаментам по информационной безопасности, поскольку Cybot позволяет формировать различные отчеты, содержащие сводную информацию об уязвимостях, сценариях атак, также давать рекомендации по устранению наиболее критичных уязвимостей. Но результаты работы Кронуса могут быть также полезны и топ-менеджменту, поскольку, как мы уже говорили ранее, есть возможность оценки бизнес-риска, а также демонстрация общего уровня защищенности организации и возможность отслеживать, как меняется этот уровень защищенности во времени. Ну и, конечно же, IT-департаменты так или иначе участвуют в процессе устранения уязвимостей, поэтому результаты работы Cybot позволяют наладить контакт, наладить более конструктивный диалог между департаментами ИБ и IT, что тоже очень важно. И предлагаю рассмотреть самые важные сценарии использования системы. Ну, во-первых, это проведение регулярного анализа защищенности инфраструктуры и веб-приложений компаний. Регулярно означает так часто, как необходимо, даже непрерывно. Также это оптимизация процесса vulnerability management благодаря тому, что решение осуществляет автоматизированную приоритизацию. Кроме того, это возможность получения и дальнейшего анализа возможных векторов атак, которые приводят к компрометации наиболее ценных активов, а также возможность отслеживания того, как меняется уровень защищенности и уровень бизнес-риска со временем. Алексей, а из вашего опыта, может быть, есть какие-то юзкейсы, когда результаты работы Кронус показали наиболее интересные какие-то результаты? Таких вариантов очень много и кейсов много, но, наверное, там одно из таких, одни из наиболее ярких показателей этого, допустим, случая у нас был, мы сканировали структуру большой компании,
У них есть отличный офис в Москве, хорошая инфраструктура в Москве и большое количество доп. Офисов по всей стране. И когда мы запустили Кронус, он отсканировал центральный офис, мы ничего не нашли, но когда мы расширили свой скоп поиска до всей инфраструктуры заказчика, то выяснилось, что на одной из машин, установленной в доп-офисе, которая была просто по дефолту установлена и настроена, скажем так, ну, что называется, в ППХ, вот, фактически с нее был доступ к центральной инфраструктуре, машина была не защищена. То есть вектор атаки мы смогли построить не в центре, где, собственно говоря, не под фонарем, где все смотрят, а где-то там издалека на машине, про которую фактически все и забыли. То есть вот здесь такой совершенно был явный показатель того, что, в общем, следить надо за всей инфраструктурой, но не всегда это получается. Очень показательная история и поучительная, мне кажется. Давайте коротко рассмотрим процесс работы Cybot. Здесь на самом деле все очень просто. Во-первых, система выполняет сканирование. Опять повторюсь, в режиме white box с информацией об учетных записях. На основе этого строит карту сети, выполняет инвентаризацию активов. По результатам двух предыдущих шагов, на основе известных открытых эксплойтов к найденным уязвимостям и основываясь на собственных внутренних алгоритмах, Cybot делает выводы о том, какие сценарии атак в данной инфраструктуре возможны, и строит сценарии атак. Далее, есть возможность определить, сократить список выявленных уязвимостей, обычно это очень большой список, и выявить наиболее опасные, которые угрожают ценным активам, с учетом того, какие вектора атак найдены. И по результатам предыдущих четырех шагов Кронус формирует отчетность, позволяет оценивать риски и проводить мониторинг защищенности. Все эти этапы нарисованы в виде цикла, не случайно. Алексей, почему этот цикличный непрерывный процесс? Потому что любая безопасность, на наш взгляд, любой вообще процесс управления безопасности должен быть непрерывным. Невозможно построить ни одну систему в любой инфраструктуре, ну, кроме, пожалуй, выключенной, которая бы не менялась постоянно и степень угроз не менялась по отношению к этой инфраструктуре. Поэтому, будь то Кронус, будь то любое другое решение или даже просто ручная работа, она должна вестись непрерывно. Определили список, прошлись по списку, обнаружили те или иные особенности конфигурации уязвимостей, исправили, сделали отчет и пошли заново. Вендор предлагает нам разные варианты использования продукта. Для локального использования подходит решение Cybot Pro. Это продукт, который выполняет все те функции, о которых мы уже поговорили сегодня. В случае, если организация распределенная, имеет множество или несколько филиалов, которые территориально отдалены, рекомендуется вариант Cybot Enterprise, который интегрирует результаты работы различных Cybot Pro в едином интерфейсе управления. Ну и также есть вариант Cybot Enterprise MSSP, который применяется для того, чтобы оказывать услуги по анализу защищенности сторонним организациям. Алексей, если коротко, как лицензируется Cybot? Cybot лицензируется по IP-адресам. То есть сколько у вас IP-адресов, таким образом будет рассчитана лицензия. Здесь важно обратить внимание на то, что если у вас на сервере несколько IP-адресов, там, на одном сетевом интерфейсе или на нескольких, это отдельные IP-адреса для Кронуса. Почему такая логика? Дело в том, что, как правило, когда делают там IP-адреса на серверах, они предназначены для тех или иных различных функций. На них вешаются различные сервисы, они могут иметь разную сетевую связанность. Поэтому для Кронуса это фактически отдельная сущность для сканирования и определения всех векторов атак, уязвимостей и так далее. И прежде чем мы перейдем к демонстрации системы, еще раз хотели бы акцентировать ваше внимание на том, в чем основная ценность, преимущество использования Кронус Cybot. Ну и если сказать коротко одной фразой, то это возможность непрерывного анализа защищенности инфраструктуры и построения
грамотного процесса управления уязвимостями с возможностью получать наглядную отчетность и следить непрерывно за изменением информационной безопасности в компании. Ну что, я предлагаю перейти к наиболее интересной части нашего мероприятия. Алексей, я передаю вам управление. Спасибо, подключаюсь. Так, еще раз добрый день всем. Спасибо, что подключились к этой сессии. Я вот сегодня покажу и немножко расскажу о том, как устроен Кронос iBot, и покажу отдельные его настройки. Когда мы только подключаемся к Кроносу, вводим свой логин и пароль, мы попадаем на основной дашборд. Этот дашборд, он основной управляющий для и визуализирующий всю информацию о том, что происходило. Верхняя часть, она более бизнесовая, она говорит о том, насколько какое влияние на бизнес, насколько бизнес уязвим, какое количество хостов с каким типом информации уязвимо, общая статистическая информация, а внизу уже, собственно говоря, история сканирований с такой визуализацией трендов этих сканирований и найденных уязвимостей и так далее. Карта визуализации, я покажу ее немножко позже, и количество так называемых уязвимых бизнес-сценариев. Как уже мы сказали раньше, Кронос не только анализирует просто вектора атак, просто уязвимости на хостах, но мы смотрим и уязвимость бизнес-сценария в целом. Окей, первое, наверное, что мы делаем после того, как устанавливаем Кронос, мы делаем некую настройку. Настроек достаточно большое количество, я по всем ходить не буду, потому что времени не хватит. Покажу, наверное, такие основные, самые важные. Как я говорил раньше, Кронос в режиме своего сканирования делает идентификацию хостов по их важности, по типу информации, которая на них есть, для того, чтобы строить свою аналитику. Но если мы хотим что-то переопределить, допустим, у нас есть лаптоп генерального директора, который является одним из важных узлов сети, которые требуют особого внимания. Мы можем, допустим, определить его IP-адрес, определить тип угрозы, который может быть нанесен при атаке на эту машину, и, собственно говоря, насколько этот хост для нас важен. Он может быть критиковым, может быть другой какой-то, какой нам нужен. Мы можем задать эти хосты вручную, либо добавить их через CSS-файл. Это все достаточно просто делается. Второй важный настрой, который есть, это настройка так называемых бизнес-сценариев. Ну, допустим, у нас есть простая история, когда у нас есть рабочая станция генерального директора и его секретаря. Собственно говоря, для нас это является бизнес-сценарием. То есть мы предполагаем, почему-то так, скажем так, ребята из IT сделали, что у них там высокая связанность, и вообще, в принципе, нарушение работоспособности любой из этих машин нарушит бизнес-сценарий управления компанией. Поэтому мы можем определить простым drag-and-drop, накидать так называемый паттерн, да, по которому Кронос будет искать. Это может быть явно определенный тип машины, операционной системы и даже IP-адрес. Одно и другое или что-то еще. Либо это может быть маска. Ну, допустим, в правлении компании несколько таких связок, ассистент, директор какой-то там еще. И мы говорим, что такое-то по сети, такое-то совпадение, все для нас является критичным. И при атаке на любой из таких хостов, а здесь может быть намного больше различных вариантов, сетевое оборудование, сервера и так далее, мы говорим, что есть риск нарушения бизнес-сценария. Что здесь важно отметить? В момент, когда мы говорим о неких уязвимостях на инфраструктуру, когда мы, как безопасники, об этом говорим бизнесу, бизнес – это всегда очень рисковые ребята, которые говорят, окей, мы этот риск, наверное, можем пережить. Почему можем пережить? Да потому что, как посчитать, сколько компания потеряет денег в случае атаки на тот или иной узел? Почему важно ставить
дополнительные средства защиты и так далее. Но в случае, если у нас есть бизнес-сценарий, мы говорим, что у нас бизнес-сценарий уязвим. Допустим, сценарий приема заявок, то есть веб, application, сервер баз данных какой-то, в какой-то компании может обеспечивать этот процесс. И этот процесс, без него компания перестанет принимать новые заявки, перестанет генерить прибыль в целом. То есть мы можем спокойно провести такую параллель. Окей, это будет атаковано, компания там, в день, в час, в месяц будет терять столько денег. Такой риск в деньгах принимаешь или нет? И, как правило, после уже такого, скажем так, обоснованного мнения с точки зрения рисков, разговор уже идет корректнее. Я не говорю здесь о выбивании денег, я здесь скорее говорю о корректности всего, всей этой истории. Еще одна настройка тоже важная, это настройка credential. Как вот Валерий уже сказала раньше, мы работаем в режиме white box. Собственно говоря, мы настраиваем для Windows это интерфейс подключения VMI, для никсовых машин это SSH. Мы можем сказать, какие логины, пароли, какие-то дать подсказки Кроносу, допустим, в одной у нас по сети такой-то тип используется учетных записей, там, допустим, у рута один пароль, другой по сети другой, там, или у администратора, да, и Кронос будет все это дело использовать уже правильно, не подключаясь с неправильными логинами и паролями. Окей, сделали базовую настройку. Вот, допустим, еще настройка важная. Алексей, которая... Да-да-да. Как хранятся пароли администраторов? Они хранятся в защищенном воллете внутри ассета, который мы установили на виртуальную машину. То есть напрямую их просмотреть сложно, но, скажем так, они расшифровываются под сессию сканирования. То есть, ну, здесь надо сказать, и это будет корректный вопрос, то есть как бы в момент сканирования они расшифровываются, они загружаются в память сканера и используются, ну, фактически в открытом виде. Вот еще один момент с настройками. Настройка как раз интеграция с EAM-системой. Как я говорил, мы там делаем некий идентификатор, адрес, описание всего этого дела, порт и способ передачи, там, 514 UDP. Можно TCP выбрать в зависимости от того, что нужно. Ну, у каждой из этих настроек есть кнопочка «Тест», поэтому можно проверить. Ну, в общем, это достаточно понятные штуки. Окей, сделали подготовительную часть, дальше переходим к части, которая связана с настройкой сканирования. Ну, вот здесь на экране уже заведены и даже выполнены сканирование нашей инфраструктуры лабораторной. То есть в момент, когда вы просто заводите новое сканирование, нет информации о том, сколько новых IP-адресов было обнаружено, сколько сценариев атак было обнаружено. Всего этого нету. Ну, собственно говоря, статус как бы еще не определен. Ну, вот простой экран задания сканирования, имя, description, если кому что нужно. И дальше параметры этого сканирования. Можно задать сканирование по расписанию, то есть мы эту опцию не убираем. Можем сказать, когда начинать, какое время, насколько часто повторять это сканирование, там, допустим, каждый один день там, или час, или что-то еще. Либо можно сказать, нет, давай-ка мы прямо сейчас все это дело запустим. Ну и, собственно говоря, дальше уже спецификация сканируемой инфраструктуры, либо это сеть какая-то, подсеть, там, либо это какой-то конкретно один IP-адрес, это может быть несколько подсетей, все это будет учитываться сканером в режиме его сканирования. Ну и можно все это дело, опять же, в режиме CSV загрузить из загрузить со своей рабочей машины. Алексей, а да. Если как вы советуете все-таки запускать сканирование в какие-то технологические окна, например, после рабочего дня, или все-таки во время того, когда активные пользователи, сотрудники выполняют свои обязанности? Ну, смотрите, мы даже ставили специальные сейчас эксперименты на кошках. Мы сильно нагружены инфраструктурой большого заказчика, запускали это все дело днем и, собственно говоря, доказали то, ради чего мы весь этот Кронос строили.
Кронус не дает существенной нагрузки на инфраструктуру, там, на сетевую инфраструктуру это единицы процентов, на рабочей станции это 5, ну максимум 10% в момент инвентаризации там, и далее меньше. Поэтому мы настойчиво рекомендуем запускать Кронус в режиме непрерывного сканирования. Закончил сканирование, провел всю аналитику, подготовил отчеты, начал заново. То есть вот тот цикл деминга, о котором мы говорили раньше, он к Кронусу применим. Не нужно, и у нас много заказчиков, скажем так, поначалу побаиваются делать это в режиме 24/7, выделяют технологические окна, запускают, смотрят, мониторят, что там с инфраструктурой, насколько это все дело, дальше расслабляются и уже работают в нормальном боевом режиме. И здесь, собственно говоря, все то же самое. Окей, прошло какое-то сканирование, помимо тех отчетов, о которых я показал, покажу попозже и как их посмотреть, можно посмотреть оперативно результаты текущего сканирования и, собственно говоря, в этом интерфейсе. Ну, что видно сразу, какое количество IP-адресов было в принципе обнаружено, количество IP-адресов, которое было обнаружено в это сканирование, то есть, ну, допустим, появились новые машины. Здесь, вот, кстати говоря, важный момент, почему еще важно запускать Кронус непрерывно. Ну, скажем так, инфраструктура живая, допустим, кто-то приходит со своим ноутбуком, мы это не определяем, либо у нас нет там каких-то специальных систем, там, не знаю, противодействия утечками, которые обнаруживают такие штуки. Кронус это просто обнаружится в режиме своего сканирования. Да, он, наверное, не подключится к этой машине, если она там недоменная или не имеет на себе каких-то учеток. Но как минимум мы подсветим, что появилась неидентифицированная машина, и, собственно говоря, с ней что-то надо делать. Также мы здесь видим количество сценариев атак, обнаруженных в режиме этого сканирования, общее количество уязвимостей с их распределением по процентам, ну, если кому-то важно именно процентное распределение. Статистику. Здесь же можем сделать дополнительные настройки, запустить заново, там, скопировать это правило или что-то еще. Ну и, собственно говоря, здесь же мы можем посмотреть и детали этого сканирования. Собственно говоря, вот машинки, которые были отсканированы. По каждой из них есть некая информация. Вот, допустим, здесь не было введено, не было подходящих логинов и паролей, поэтому ничего здесь не было найдено. Также здесь можно посмотреть, и я покажу попозже информацию, метод сканирования, АПС, состояние фаервола, и можно там, сделать download и скачать отдельный такой PDF-отчет с такой детальной информацией по каждому хосту. Это такое, скажем так, длинная простыня, она нужна, там, скажем так, айтишным ребятам для исследования. Она такая общая и сводная. То есть это вариант технического отчета? Да, это вариант экспортируемого технического отчета, скажем так, самого расширенного с точки зрения деталей и там, с меньшим набором аналитики, чем те отчеты, о которых я покажу немножко позже. И еще одна из настроек, собственно говоря, сканирования, настройка там, этих запланированных сканирований, здесь они, можно их вывести отдельно. То есть вот мы там где-то новое сканирование ставили, повторять, когда запустил и так далее, оно здесь просто выглядит отдельно, и это выведено отдельным списком. Удобно посмотреть, по крайней мере, посмотреть, что там реально поставлено на непрерывное сканирование. А что сделано просто единым сканированием, ну, вот этот RunNow, о котором я говорил, и не запущено. Окей, провели все это сканирование. Давайте посмотрим теперь на отчеты, которые генерит Кронус для того, чтобы их исследовать. Для этого есть отдельная закладочка, вот здесь хост репорт. И, собственно говоря, здесь вот такие 5 основных отчетов, 4 из которых динамический, один executive summary, он статический, я его в конце покажу. Первый отчет – это host by risk report, так называемый. Здесь мы видим информацию о всей отсканированной инфраструктуре, независимо от того, когда там проводилось сканирование, оно после каждого сканирования
этот отчет уточняется и перегенерируется. По каждую машину можно таким дропдауном раскрыть, посмотреть, что там с точки зрения уязвимости. Сейчас я тут чуть-чуть подрасскажу. Можно посмотреть IP-адрес, роль машины, важность машины, тип операционной системы, обновлена ли она, либо эта машина вообще уже не поддерживается производителем. Дальше идут четыре, наверное, самых важных части этого сканирования. Это насколько эта машина связана с атак по сценариям, то есть сценариями атак на инфраструктуру. И здесь вот мы видим, что машина участвует в 13 сценариях атак. По итогам предыдущего сканирования как бы ничего не изменилось. Здесь появится цифра 1, там 2 или 3, если машина только-только свежая в инфраструктуре, и она является генератором новых сценариев атак. Дальше один из самых важных параметров – это то, что эта машина является источником 13 различных векторов атак на инфраструктуру. То есть, смотрите, роль машины в инфраструктуре низкая, тип машины – рабочая станция, обычная рабочая станция, скорее всего, настроенная по дефолту, и с нее начинаются основные проблемы. То есть, вот здесь, если посмотреть, ну, понятно, что здесь есть некий элемент маркетинга, мы настраивали это все в лаборатории, чтобы оно так вот угрожающе выглядело, но по сути, по факту, то, что мы видим на заказчиках, эта ситуация не сильно меняется. То есть, второстепенные машины, географически отнесенные или технологические машины, там, сделанные для какого-то сканирования, они являются основным таким источником машин. Сколько сценариев атак заканчивается на том или ином узле? Вот, допустим, 7 сценариев атак заканчивается на этом сервере 2008, и 7 сценариев атак заканчивается уже на критичном для вас, для нас резервном контроллере доменной инфраструктуры. То есть здесь это начинается, здесь это заканчивается. Вот к чему это приводит. И потом я покажу визуально, как все это дело выглядит. Мы можем подрасширить этот отчет, добавив какие-то дополнительные настройки. Ну, я не знаю, там, допустим, какой-то там MAC-адрес устройства. Или, что более, наверное, такой важный момент, это те риски, которые несет та или иная машина. То есть, вот, допустим, у контроллера домена это кража креденшалов там уже для всей инфраструктуры. Вот этот сервер, который вроде высокий, там не критичный, но на нем лежит бизнесовая информация, и все это может быть украдено. Что здесь важно еще посмотреть? Вот я показал здесь IP-адрес, MAC-адрес и так далее. Эта вся информация по итогам сканирования уходит на, допустим, на ваш CM или любую другую SGRC-систему, или просто аналитическую, да, мы можем уже здесь схлопывать ту информацию, которую мы насобирали ранее в других местах, и эту. И что здесь тоже интересно, мы делали ряд проектов и интегрировали крону со Splunk, который нас покинул российскую территорию, в общем. Но там мы делали еще и другую аналитику, связанную с тем, что мы говорили, окей, мы нашли машину с таким IP-адресом, а маки у них отличаются. Это что, макс-пуфинг начался и так далее. То есть вот такие штуки тоже отличаются. Либо кто-то, допустим, просто прибил себе IP-адрес из подсети, которая выдается DHCP-сервером. Здесь уже информация для IT-ребят, можно уже там дальше на сетевом оборудовании посмотреть, откуда, с какого там порта приходит этот MAC, там уже и дальше что-то с ним разрулить. Поэтому этот отчет не только для безопасников, он и для айтишников тоже важен. Следующий отчет по уязвимостям. Ну, здесь картинка такая, скажем так, она не то что пострашнее, но она, в общем, поважнее, наверное, даже. Здесь история следующая. Если у заказчика в структуре, ну, он всегда должен присутствовать патч менеджмент, всегда должны проводиться процедуры обновления машин и отслеживаться. Ну, допустим, что-то сбайнуло, там, SUS-сервер остановился, или в
принципе, заказчик по какой-то причине считает, что, обеспечив периметровую защиту инфраструктуры, машины можно не обновлять. Вот здесь вот мы выводим некую статистику по самим уязвимостям, которые обнаружены в инфраструктуре. То есть уязвимости, это имеется в виду КБшки какие-то там, ЦВшки, которые мы обнаружили. Говорим о том, что вот эта уязвимость, которая распространена в инфраструктуре и присутствует на 20 хостах, ее можно использовать в 78 вариантах атаки на инфраструктуру. И что да, она подтвержденная с точки зрения эксплуатируемости на конкретно данной инфраструктуре заказчика. По такой уязвимости мы можем посмотреть отчет, собственно говоря, на каких машинах все это дело присутствует. Но опять, здесь надо понимать, что отчеты, они понятно, что некоторым образом вложены друг в друга, да, но, по крайней мере, эту связку можно посмотреть, понять, что здесь делать. Это как раз к вопросу о приоритизации уязвимости или что-то еще. И можно, собственно говоря, посмотреть информацию по этому отчету в виде некого описания. Какие оси операционной системы, каких ЦВ-шках есть описание, каким образом провести митигацию этого риска. Вот, собственно говоря, здесь в качестве solution написано вендор же выполнил апдейт. Ну, вендор, понятно, что Microsoft, собственно говоря, ссылки на сайт Microsoft с URL-ами для скачивания. То есть такой можно выполнить emergency апдейт уже руками. Алексей, а да? Откуда сайт подберет информацию о том, эксплуатируемая эта уязвимость или неэксплуатируемая, что у нее такой уровень критичности? Вы знаете, здесь такая история, и мы, в общем, гордимся этим. У компании Кронус есть собственная инфраструктура, собственные аналитики, которые занимаются фактически тем, что моделируют способ эксплуатации уязвимостей, обнаруженных там из публичных источников, какие-то zero-day, которые мы вытащили, как они реально могут быть проэксплуатированы, в каких условиях, что должно быть рядом, как должна быть настроена машина для того, чтобы эта уязвимость могла бы быть проэксплуатирована. То есть это, скажем так, наш assumption относительно того, что эта уязвимость эксплуатируема, но она подкреплена тем, что мы в лаборатории это все дело проверили. И у нас часть заказчиков, они, собственно говоря, просят провести некую такую, ну, назовем ее наглядную порку, да, то есть они говорят, окей, давайте пилотируемся, смотрим, как это работает. Окей, ну вот это сценарий атаки. Ну и что, ну докажите нам, что это работает. У нас есть ребята специальные, наши коллеги, сотрудники, которые фактически используя информацию об этих уязвимостях, проводят успешно атаку на инфраструктуру заказчика. Но здесь понятно, что мы это не делаем просто так, мы это делаем только по специальному дополнительному соглашению с заказчиками, потому что фактически уже, когда наши сотрудники начинают ломать, это уже ручной пентест, который не согласован, может привести к неким уголовным последствиям. Но факт остается фактом, вот этот подход тестирования на эксплуатируемость и дальше работы Кроноса позволяет нам достаточно существенно снизить уровень false positive. Да, безусловно, они есть, как и у любого сканера, у любого инструмента контроля, но он достаточно низкий. Я не назову специально процентов, потому что это сильно зависит от специфики инфраструктуры заказчиков, но он находится на том уровне, который заказчиков устраивает. И, собственно говоря, дальше мы уже его используем. Окей, посмотрели эти отчеты, а где же, собственно говоря, те самые сценарии атак, о которых мы говорили. И это отдельный отчет, отчет по сценариям атак. Вот, собственно говоря, он здесь выведен. Но у нас здесь, сразу скажу, у нас поведены достаточно простые отчеты, простые вектора атак, да, то есть они все состоят из двух узлов. В реальной жизни, конечно, там мы видим цифры 5 и 7, и простраиваются там достаточно высокие
истории. Ну, собственно говоря, здесь вот давайте любой пример первый посмотрим, или не первый, как там, кому интересно. Собственно говоря, вот связка семерка Windows на 2003 сервер. Вот так вот визуально выглядит этот отчет. Вот у нас злоумышленник. Злоумышленник подключается сначала к виндовой машине, используя вот уязвимость NetBIOS. Используя NetBIOS уязвимость, 30-й порт, как, опять же, описание ТКБшки, но там в отчете детально все это дело написано. И дальше с нее уже подключается на целевой сервер, у которого больше уязвимости, больше КБшек нужно ставить. А здесь уже используется тот SMB протокол. Собственно говоря, используется основная его уязвимость для достижения целевого инфраструктуры или хоста. Ну и, собственно говоря, здесь же, sorry, здесь же уже можно посмотреть, какое количество этих хостов, как они между собой связаны. И что важно, после того, как мы проводим упражнение по устранению этих уязвимостей, мы можем нажать, допустим, Re-Evaluate DPS, то есть еще раз перепроверить конкретный сценарий, то есть все ли мы там проверили, и так ли оно исправлено, как нам бы предполагалось. Еще один отчет, это отчет уже по узлам. Ну, здесь, собственно говоря, тот самый сводный отчет, рабочая станция, какие уязвимости, какие КБшки нужно установить, ссылки на описание, этого всего здесь много, можно посмотреть. Ну и здесь уже та же самая детальная информация, которые мы уже, собственно говоря, смотрели раньше. Ну, это такие отдельные отчеты. Отчет, опять же, может быть кастомизирован, как я сказал, там можно накидать дополнительные штуки, можно сохранить эту штуку, эти настройки, и экспортировать уже отчет. Я, кстати говоря, забыл сказать, что каждый из этих отчетов он экспортируется в различные варианты Excel, CSV, Master плюс Details, ну, там это, скажем так, просто разный вид отчетов. Можно по отдельному хосту все это дело выгрузить. Эта штука достаточно удобна для того, чтобы дальше уже отдавать в работу пользователям. Ну и, наверное, сейчас перед тем, как я покажу общий executive summary, здесь важно сказать, еще раз вернуться к вопросу о приоритизации уязвимостей. Мы часто встречаем у заказчика следующую ситуацию, когда у IT-департамента, ну, назовем так, существует некий техдолг перед ИБшниками, то бишь они обещают, все сделаем, чуть-чуть попозже установим и так далее. Почему они это не делают? То, что бизнес говорит, я тебе установлю, сейчас перезагружу сервер, никаких там обновлений в новогодние праздники, когда все будем делать. Но когда уровень угрозы на инфраструктуру становится уже закритическим, когда отчет уже как бы пахнет, скажем так, жареным и так далее, мы можем сказать, что конкретно, какие конкретные машины или какие конкретно обновления надо поставить на машину для того, чтобы существенным образом снизить угрозу на инфраструктуру. Или мы можем применить так называемую практику virtual patching, да, то есть когда мы понимаем, что окей, у нас контроллер домена сейчас он уязвим, но как он уязвим? Вот у нас есть там 5-6 векторов атак, которые начинаются с периферии, и мы по-хорошему, вылечив не настолько там важные и существенные машины, допустим, вот рабочие станции на первом отчете я показывал, мы уже существенным образом снизим уровень угрозы на инфраструктуру. Ну, собственно говоря, об этом же показывает и так называемый Executive Summary Report. Этот отчет, он предназначен для руководящего состава компании, техдир, генеральный директор, там кто угодно. И он, собственно говоря, может быть тоже по расписанию сделан. Здесь рассылается такой PDF с неким summary относительно того, сколько узлов всего было просканировано,
точнее, там, какие ассеты были просканированы в этом временном периоде, какие типы машин, что там с ними было, сколько всего IP-адресов было просканировано, какие новые появились, все остальное, такая сводка. И вот, наверное, такой основной визуализация, которая, ну, достаточно проста для понимания руководящим составом. Общее количество, насколько из общего количества отсканированных машин и найденных уязвимостей являются критическими, сколько вариантов атак на инфраструктуру, сколько реальных хостов, которые надо сейчас лечить для того, чтобы снизить уровень угрозы на инфраструктуру. Ну, дальше некие проценты, которые уже говорят там детально, ну, вот с вероятностью 92% по оценке Кронуса и наших алгоритмов может быть украдена бизнес-информация, и там с ней что-то можно сделать. Дальше summary по атак по сценариям. Вероятность от общей атаки на инфраструктуру 52%, но это, скажем так, больше информации для неких risk assessment, там, того, что нужно, ну и, в принципе, общий для генерального. Количество угроз, которые найдены на инфраструктуре, причем здесь написано, что всего 13 угроз найдено, из них 92% вероятность угроз, это, собственно говоря, кража информации, и только 7% или одна из этих угроз – это кража логинов, паролей внутри инфраструктуры. Ну и дальше уже просто информация уже конкретно по бизнес-сценариям, которые атакуются. Ну и в завершении, наверное, моего такого выступления я хотел бы вернуться к основному дашборду и показать вам, как же выглядит визуально вот эта вот карта сценариев атак, которая была построена. Здесь начну, наверное, с настроек. Здесь можно всякие фильтры сделать по типу операционных систем, убрать, чтобы не портить глаза, хосты, которые не участвуют в сценариях атак. Можно убрать вектора атак, посмотреть просто на эти машины. Можно там заэксклюдить хосты, которые, наоборот, были уязвимы. Можно посмотреть так называемую детализированную карту. Она мне кажется наиболее говорящей, потому что мы здесь видим, собственно говоря, сон узлов с их именами там, и деталями, которые нам нужны для понимания какой-то оперативной обстановки или что-то еще. Коллеги, на этом у меня все с точки зрения демонстрации. Понятно, что вариантов развития этой истории и деталей настроек еще много. Просто чтобы уже оставить время на какую-то сессию вопросов и ответов, я заканчиваю. Валерий, передаю вам слово для того, чтобы вы могли озвучить вопросы наших уважаемых слушателей. Коих давайте есть. Давайте перейдем к разделу «Вопросы». И начнем ознакомиться с вопросами сначала. И сейчас, если у вас под конец демонстрации возникают вопросы, пишите. Я думаю, что мы успеем на них ответить. Александр задает вопрос. Анализ конфигурации система осуществляет? Значит, мы анализируем конфигурации. Мы осуществляем анализ настроек операционных систем, которые установлены в инфраструктуре заказчика. Мы не погружаемся детально в анализ настроек сетевого устройства. Что нам важно? Мы, в принципе, определяем топологию сети, мы подключаемся к каждой машине, и там смотрим фактическую сетевую связанность этой машины с другими машинами и сегментами сети. То есть это делается ненавязчиво, без нагрузки, но мы смотрим, что реально, куда реально машина может достучаться. Почему это важно? Окей, у нас есть какие-то фаервол, которые стоят в виде там железок и изолируют сегменты сети. У нас может быть настройка на машинах. Все это может достаточно сложно для анализа, это очень много информации. Нам быстрее и проще проверить, что реально, что фактически машина может. Более того, мы на каждой машине определяем открытые порты, и открытые порты
Просто те, на которых слушаются, но те, которые доступны снаружи. Это такой, скажем так, фактически проведенный тест. Спасибо за развернутый ответ. Следующий вопрос от Михаила. Сканер уязвимости написан полностью с нуля или за основу взят какой-то сканер? Сканер написан с нуля, и, собственно говоря, он был написан именно с учетом той специфики, о которой я говорил раньше, минимальной нагрузки на инфраструктуру. То есть это с точки зрения ноу-хау компании Кронус, это, собственно говоря, сам сканер и та логика, которая позволяет достаточно быстро анализировать большое количество входящих параметров. То есть, если кто-то, ну, я думаю, все понимают, что такое сравнение многие ко многим. Допустим, инфраструктура, состоящая из 100 даже узлов, я не говорю там о тысячах и десятках тысяч, в которых существует большое количество вариантов и связанности, и уязвимости, и все остальное, это надо провести, проанализировать за вменяемое количество времени. Поэтому сами написали, сами собрали и сами делаем. Спасибо. Следующий вопрос от Игоря. Есть ли интеграция с PIMPAM решениями? Это первая часть вопроса. И как обеспечивается хранение админских УЗ в системе? На вторую часть вопроса мы уже ответили в ходе демонстрации. Игорь, спасибо за вопрос. Мы как вендор работаем сейчас над тем, чтобы построить такую интеграцию. Пока с PIMPAM мы не работаем, но здесь следите за релизами. Я думаю, что в сравнительно дальше время все это дело появится. И, собственно говоря, те, кто уже сейчас, наши клиенты, кто уже купил это решение, они получат такое обновление. Да, будем ждать новостей. Вопрос от Андрея. А если администраторы сидят с использованием двухфакторной аутентификации? Я понял, о чем речь. Смотрите, пока история с токенами нам недоступна. Доступна история только с авторизацией по ключам, по сертификатам. Я что имею в виду? Что придется это все дело экспортировать к нам, и мы пока еще не поддерживается ГОСТ. Поэтому ключи должны быть выпущены, скажем так, по известным западным алгоритмам. Так, давайте перейдем к следующему вопросу от Владимира. В каком виде предоставляется информация по бизнес-рискам? Можете ли показать пример? Ну, здесь давайте я просто, в принципе, уже показывал еще раз, что называется, своими словами. Мы делаем некую сводку, это первое, это executive summary для отчета. Мы делаем визуализацию на первом дашборде, я сейчас уже закрыл, к сожалению, на котором мы показываем, какие бизнес-риски к какому количеству машин применимы и где происходит все это дело, где происходит утечка. Ну, собственно говоря, показываю сводную статистику по бизнес-сценариям. То есть здесь надо понимать, что мы говорим и о бизнес-сценариях отдельно, и о тех, ну, о рисках, то есть, ну, суть, какой тип угрозы несет та или иная атака. Можно я этот вопрос и ответ также чуть-чуть попытаюсь раскрыть? Если я правильно понимаю, тут еще можно задать вопрос, а в какой величине риск оценивается? Это некая безразмерная величина, правильно? Да, это безразмерно. Она имеет, скажем так, отношение к общему количеству узлов на инфраструктуре, важности, вероятности, все остальное. Там достаточно сложная логика, которую делают. В принципе, этого хватает. То есть здесь надо понимать, что подобные величины, они всегда оценочные, и, безусловно, можно устроить спор по каждой из этих величин. Я так считаю, я так не считаю. Даже, в принципе, оценки рисков, там есть методологии различные, в мире, поэтому, ну вот мы так считаем, и оно, в общем, совпадает с мнением наших заказчиков и тех, кто все это дело проверяет с точки зрения, там, скажем, западных и наших пользователей. Спасибо. Еще один вопрос от Игоря. Игорь, спасибо вам за проявленный интерес. А вопрос, какие источники данных по уязвимостям используются? Да. Очень корректный вопрос. Смотрите, значит,
разработчик использует большое количество различных источников. Наверное, большинство из них это открытые источники, это там CVE, это там различные другие открытые источники. Плюс аналитический центр разработчиков имеет там доступ к закрытым источникам. Это как и внутренние, ну, скажем так, внутренняя информация от самих разработчиков, какая-то информация, которая получается там, путем обмена информацией, ну и в том числе различные совсем уже закрытые формы деталей. Даже хотел бы, не рассказал. Это особенность этого заказчика. Но эти базы обновляются постоянно, за ними следятся, как я сказал, что мы в том числе все это дело еще и тестируем. У нас еще серия вопросов от Игоря. Игорь, я очень извиняюсь, для того, чтобы другие участники вебинара могли получить свои ответы, я прошу вас, мы вернемся к вашим вопросам, если останется время, а все другие вопросы вы можете писать на нашу почту, и мы затем можем организовать личное общение. Вопрос от Алексея. Какие права нужны для используемой при сканировании учетной записи? Алексей, спасибо за вопрос. Значит, сейчас пока мы просим привилегированную административную учетную запись для Windows. С точки зрения Linux здесь история немножко попроще. То есть, ну, чтобы уж совсем было просто, да, давайте нам круто. Мы храним все это дело защищенно в своем воллете, а машину, как я сказал, лучше бы расположить еще и дополнительно в защищенном сегменте. Но, значит, у нас по отдельному запросу мы скидываем нашим заказчикам набор тех команд, встроенных в операционную систему, которые нужны нам для инвентаризации. Поэтому вы можете создать непривилегированного пользователя, но с правом запуска, там, ну, условно говоря, там, NetStata, допустим, там, я не знаю, ARPA и все, что с этим связано, да, для того, чтобы мы просто могли выполнить эти команды. В этом случае нам привилегированного или особо привилегированного доступа на уровне их системы не требуется. Спасибо. Но, да, что здесь еще важно сказать, что и в Windows, и в Linux мы не используем какие-то там супер сложные скрипты, которые бы грузили машину, мы не требуем установки агентов. То есть большинство нашей аналитики выполняется встроенными средствами операционной системы. Этого часто более чем достаточно. Следующий вопрос от Михаила. Есть ли разделение прав пользователей в информационной системе? Я так понимаю, что пользователи системы Cybot. Если есть, то какие? Да, конечно, здесь есть, ну, как в любой нормальной системе, есть, можно задать большое, ну, какое-то количество пользователей. Фактически здесь два таких базовых варианта. Это либо администратор, тот, кто сканирует, либо гость, это тот, кто смотрит. Ну, здесь согласен, что, возможно, название там не самое удачное. Ну, то есть фактически два варианта. Либо специалист, который работает, либо специалист, который смотрит, или не специалист, который смотрит. Считаем, что вопрос отвечен. Следующий вопрос. В чем ключевые отличия от конкурентов и от отечественных продуктов? Андрей, спасибо большое за ваш вопрос. Я думаю, что этот вопрос, ответ может быть очень развернутый, и ответ может потребовать целого нового вебинара. Поэтому, Алексей, если можно каким-то одним предложением ответить, давайте ответим. Ну, я тут сдерживаюсь, потому что понимаете, что я тот самый кулик, который будет хвалить свое болото, и мой ответ может быть не максимально объективным, но то, что мы видим реально, это первое – скорость и простота использования. Второе – это, конечно же, ценовая политика, то есть мы существенно дешевле, так скажем так, наших коллег, которых мы безмерно уважаем, и уважаем ту работу, которую они делают. Поэтому, наверное, это такие два момента. Ну и, собственно говоря, тот набор ноу-хау и тот набор базовых знаний, который есть накоплен компанией за последнее время.
Андрей, ну я также отвечу на ваш вопрос. Мы специально сделали серию вебинаров для того, чтобы рассмотреть различные подходы к автоматизированному анализу защищенности, поэтому приходите на наши остальные вебинары, и вы сможете понять, чем, например, Кронус отличается от Simulate и от Pintera, и по результатам можно будет сделать вывод, что эти решения на самом-то деле даже не конкуренты. В любом случае, спасибо вам за этот вопрос. Серия вопросов от Игоря. Игорь, пожалуйста, пишите нам. Ну, давайте я здесь на парочку все-таки отвечу, потому что, мне кажется, они могут быть интересны вот как раз с точки зрения формата отправки данных. Как я сказал, это syslog, и он достаточно легко парсится любым syslog-коллектором, поэтому там вообще проблем разобрать его ответ нету. Вот про сегмент, в каком сегменте ставить сайбот, я уже сказал раньше, самым защищенным и давать доступ уже из этого сегмента. То есть те, кто настраивали какие-нибудь там и настраивают фаервол, знают, что там security level 99 в режиме CISC, да, позволяет обеспечить сокрытие этого сегмента там для всех внешних, только кастомными правами, но дать доступ наружу для всех этих сканирований. И вопрос тогда, какие рекомендации по частоте обновлений, так часто, как они появляются? То есть пришли обновления, загрузили на флешку, принесли на сайбот, обновились. Обязательно регулярно, это важно. То же самое касается и самого движка. На вопрос Алексея я отвечу. На данный момент русификации отчета нет, и в этом пока нет особой необходимости. В том случае, если заказчик попросит что-то для него принципиально важно, вендор будет готов рассмотреть, ну, в зависимости от ваших пожеланий, каким-либо образом под вас эту доработку возможно провести. Но на данный момент никаких проблем у пользователей с английскими отчетами не было. Карта возможных атак учитывает сетевую связность и доступность хостов между собой, и если сканируемая сеть не одноранговая. Да, учитывает, это одна из наших особенностей. То есть мы даже, как я говорил, что мы смотрим на возможную сетевую связность даже между сегментами. Здесь важно отметить еще следующий момент. Когда инфраструктура заказчика очень большая, мы рекомендуем режим работы Кронуса в режиме Enterprise, когда, ну, допустим, офис Москва, офис Питер, офис Ростов, мы советуем там поставить локальные инсталляции сканера. Они все подключаются к голове, которая, допустим, находится в Москве. Мы из Москвы не пилим большое количество дырок в регионы, не гоняем туда трафик. Сканеры выполняют локально все необходимые проверки в координации с головой, а голова уже дальше переваривает всю эту информацию и строит такую очень большую, связанную, ну, кстати говоря, наглядную картинку по сканированию. То есть, ну, здесь Андрей, если потом интересно, можем продемонстрировать уже в отдельной сессии. Да, пишите нам на security@jet.su, мы сможем с вами договориться. Предлагаю перейти к вопросу от Виталия. Предоставляете ли тестовую среду для тестирования локальной машины? Я, возможно, Виталий, не очень понял ваш вопрос. Мы предлагаем... Отвечу, как понял. Окей. Мы предлагаем провести пилот на вашей инфраструктуре с временной лицензией, получите всю информацию о том, что вам нужно. То есть здесь все очень просто. Вы связываетесь с нашими коллегами из JET, они вам дают личный кабинет, откуда вы можете скачать и образ машины, и временную лицензию, все обновления, поставить у себя, поиграться, посмотреть, что вам реально получается. Я сказал бы так, что в нашем случае примерно 100% наших заказчиков и наших продаж были устроены именно этим путем, и он наиболее удачный.
Есть ли вариант тестового использования обучения? Ну, Алексей, на первый вопрос, я думаю, что мы уже только что ответили. Только что Алексей ответил. Да, есть возможность получить тестовую лицензию. Она, конечно же, будет немного ограниченная и по времени, и в том числе по количеству сканируемых IP-адресов обучения. Ну, здесь как бы корректно говорить, какого-то специфического курса по обучению Кронуса пока не предусмотрено, просто таких вопросов не возникало. Я не могу сказать, что Кронус это прям как iPhone, который там, любой ребенок поймет, как им пользоваться, но он достаточно прозрачен для наших заказчиков. В любом случае, сейчас мы работаем в режиме такого ассистируемого внедрения в каждого заказчика, поэтому все, что нужно, и расскажем, и подскажем. Мы постоянно подключаем представителей, технических представителей вендора на эти работы. Это полезно, собственно говоря, и заказчику, и самому вендору, потому что вендор иногда спрашивает, а что это такие странные вопросы там из России прилетают. А мы говорим, а вот послушай. Слушают и включают все это дело в roadmap свой и фикси. Кстати говоря, что важно, очень первая развитая сейчас история там, с развитием продукта, то есть все постоянно добавляется. Вот сравнительно недавно у нас появилась и расширяется список поддерживаемого ПО, то есть не только операционная система, но и установлены ПО на машинах. И это тоже учитывается с точки зрения угроз. И, собственно говоря, этот запрос был в первую очередь адресован из России, и вот вендор достаточно оперативно все это дело решил. Надеюсь, ответил. Платный или бесплатный пилот? Вопрос от Павла. Ну, тут, я думаю, что, Павел, корректнее всего этот вопрос обсудить уже с коллегами из Jet'а в момент, когда вы будете все это дело начинать. Все сильно зависит, то есть, смотрите, у пилота есть два режима. Да, режим протестировать на небольшой инфраструктуре, и он, как правило, платный. А бывает такой история, это у нас были такие заказчики, их немного, которые говорят, мы хотим провести платный пилот, потому что мы хотим проверить всю инфраструктуру. То есть это такой фактически такой микропроект для нас был, и тут мы надо понимать, что мы здесь не зарабатываем, у нас вот на этом вообще нету здесь. Но здесь мы привлекаем и наших инженеров, инженеров вендора, поэтому скорее так, здесь компенсируем собственные затраты. Но это не частая история, и это только по большим праздникам. Платность. Да, Павел, по вопросам организации пилота, конечно же, пишите на нашу почту, которая указана на слайде, и мы обязательно в скором времени свяжемся и все это обсудим. Сколько в среднем продолжительность пилота? Вы знаете, это моя любимая тема. Значит, как правило, если заказчик мотивирован, то мы пилот проводим за 1-2 дня. То есть, что это значит? Первый день мы ставим эту машину и запускаем на сканирование. А второй день мы садимся в переговорки, смотрим результаты, и этого более чем достаточно. Вот. Но бывают и немотивированные заказчики, когда руководство, допустим, хочет попробовать, хочет посмотреть, там, допустим, айтишники или безопасники говорят, да ты что, у нас тут своих работ хватает. Тогда можно растянуть это и на год, у нас и такие варианты есть. Поэтому с точки зрения скорости, вот за 2 дня. Если вы еще быстрее, то можно за 1 день. В принципе, можно за 2 часа управиться, если у вас небольшой скоп, и вы мегаоперативны. Я отвечу, как нам кажется, в среднем. Мы просто сами, во-первых, и у себя пилотировали для начала, когда знакомились с Айботом и у наших заказчиков. Я бы рекомендовала вам в среднем закладывать 2 до 5 дней, если хотите совсем познакомиться с функционалом, посмотреть все подробно, пообщаться. Вопрос от Михаила. Ведется ли аудит действий пользователей в системе? Да, ведется. Это одна из закладочек, которую не стал показывать. Это там, в рамках настроек ведется. И ведется достаточно детально. То есть зашел, вышел,
создал пользователя, добавил кого-то там, что-то завайтлистил, запустил, создал новое сканирование, то есть ведется и там вариантов, то, о чем он говорит, много. Спасибо за ответ. На этом у нас вопросы закончились. Мы благодарим всех, кто поучаствовал в нашем сегодняшнем вебинаре, особенно всех, кто остался до конца и задавал свои вопросы. Нам очень приятно ваше внимание и ваш интерес. Мы готовы обсуждать демонстрации более детальные, с демонстрацией полного функционала конкретно для вашей компании, а также обсуждать варианты проведения пилотных проектов, контакты для связи у вас на экране. Спасибо большое, Алексей, за очень интересный рассказ, за подробные ответы, за вашу экспертизу. Очень приятно мне было с вами проводить сегодняшний вебинар. Спасибо вам. Всем хорошего вечера, хорошего начала недели. Ну и не болейте, как теперь уже принято говорить. До свидания. Коллеги, до связи через неделю.